победу я посвящаю прежде всего своей стране, в которой я имею возможность развиваться, этому фестивалю, который дает возможность стоять на этой сцене и слышать эту витебскую публику, и видеть, и чувствовать это счастье, своей команде, продюсерскому центру «Спамаш», который помогал мне готовиться, в лице его руководителя, моим близким, моим друзьям, всем тем, кто писал мне тысячи сообщений в соцсети, каждому человеку, кто верил в меня, кто не верил в меня, эти люди тоже посылали мне определенную энергию. Я благодарна каждому. И даже сейчас все, кто стоят вокруг меня, я тоже вас благодарю, что вы сейчас со мной. Я повезу кучу впечатлений и ощущение полного счастья и эйфории. Я старалась концентрироваться на своих выступлениях, я старалась не распыляться, была со своей командой, с близкими, старалась урвать максимум спокойствия с каждого уголка, где я могу побыть одна, порепетировать, где-то там продумать, как это будет. Поэтому признаюсь честно, каюсь, в следующем году обещаю приехать и погулять хорошо по Витебску, посмотреть достопримечательности. В этом году было не до этого. Я проходила эти два дня такие тернистые пути, о котором знают не все. У меня вчера отключался ЭНЭР, я слышала радио соседней радиостанции. Сегодня у меня были какие-то определенные моменты, там каблук чуть не застрял прямо в кулисе. Зритель никогда не узнает этих моментов, потому что я за то, чтобы не рассказывать об этих казусных ситуациях, а вот показывать результат. И все такие сложности, которые встречаются мне на пути, я принимаю их как вызов. И принимаю его гордо, смело и даю отпор. Вчера было труднее, потому что вчера была не прощупана сцена, не прощупан зритель. Конечно, до того момента, пока не открылись двери кулисы, я осознала то, что вся страна вот сейчас в моменте со мной. Вчера было волнительнее, потому что все-таки первое выступление. Сегодня силы придавали осознание того, что 70 баллов. Это лидерские позиции, которые давали мне запал для того, чтобы не занять меньше количество баллов. И, конечно, выбора у меня не было. Рвала сцену, и вот если бы могла бы упасть и провалиться под нее, вот сделала бы, клянусь. Пересекаться с членами жюри, они были абстрагированы от нас. Сегодня была репетиция пролога, все члены жюри очень доброжелательные, улыбаются, кивают головой, показывают класс. Очень классная атмосфера царит, но личного общения не состоялось. Дамы и господа, мы подошли к кульминации сегодняшнего вечера. На сцену приглашается народная артистка России, председатель жюри Лариса Долина. Решением международного жюри конкурса, специального приза «Лира» и диплома обладателя Гран-при 31-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» удостоена Анна Трубецкая!